Всем привет! С вами любимая компания «Электромоторы». Сегодня вашему вниманию предлагается итальянский циркуляционный насос Lavara серии TLC254L. Компания «Электромотор». Значит, такие насосы устанавливаются в системы отопления, в основном в бытовые, также, если это какие-то складские помещения, в общем, везде, где есть горячая вода и везде, где есть необходимость греться и гонять теплую воду по трубам. Значит, давайте рассмотрим, как этот насос выглядит ближе и какая комплектация у него. Поставляется насос в фирменной упаковочке Lavara с фирменной эмблемой. На упаковке отображаются основные параметры насоса, его название, серийный номер, дата производства. У нас идет. Открываем насос, точнее коробочку. Насос лучше вам не открывать. Так, значит, в комплект поставки видим насос. Достаем. Идет инструкция по эксплуатации. И две уплотнительных резиночки. Гарантия на такой насос составляет 24 месяца. В принципе, это характерно для всех европейских насосов. На корпусе насоса отображаются главные параметры. Вы видите, можете видеть маркировку насоса TLC254L. Ниже код, его серийный номер, артикул. По каталогу также на насосе отображаются три скорости двигателя, в которых работает насос. Они регулируются с помощью специального рычажка. Вы можете выбирать различные скорости в зависимости от того, какой напор, производительность насоса вам необходима. Расшифровка по скоростям, по напору, производительности, графики вы можете посмотреть в инструкции. Насос сзади выполнен из чугуна. Монтажная длина в маркировке буквочка L обозначает 180 мм. Вот это считается монтажная длина. Если в маркировке не указана буква L, обозначает, что монтажная длина 130 мм. На насосе также выбит серийный номер, Италия, и указано направление водички, как должен устанавливаться насос. Гарантия на все насосы Lavara составляет 24 месяца. По вопросам покупки вы можете обращаться к нашим менеджерам по телефону 5 300 38. Контактный телефон 5 300 38. По вопросам покупки обращайтесь в компанию «Электромотор».